показываю вам очередное чудо. Вот здесь горячая скважина бьет, и под эту скважину созданный огромнейший тепличный комплекс. Мы сейчас посмотрим, что там выращивают, а главное посмотрим, как там выращивают. Великолепные горы здесь видятся. Вокруг этого комплекса сад. И этот сад, видимо, под разные фрукты и деревья. Так, вот там вход, вижу, томатные. Сейчас посмотрим, как. Да, томаты есть. Посторонний вход воспрещен. Думаешь, дальше? Там в конце. Так, ну, заходим сюда. Так. Где-то здесь. Как нам купить помидорки? Что? Нам помидорки, огурцы. Добрый, добрый вам. Огурцы, помидоры, что у вас есть? Помидоры. А что? Смотря какой. Хороший. Совсем хороший. Красивый. Есть 150, есть 140, есть 130. Мелкий по 130, да, не вкусный, мне как сладкий должен быть. Сколько хотите? Ну, посмотрим, где-то там. Красота красотой, но выращивается гидропоникой. Вон, видите, гидропоника. Если хотите, вот такие мелкие видели. А, вот да, да, мелкие тоже, да. Сладкие. А почему там мелкие люди? Они сладкие. Сладкие, сладкие, очень вкусные. Ну, тогда... Они розовые. Я так глаз сапал. Мне два. А нахи было, да я его сниму. Интересно. Это мало. Ой, да вот. Больше надо. Ну, такой точно. Ой, могу, вот с кем у вас. Сколько, Ван, один ящик, два ящика, сколько? Хорошо, а то раз сколько? Там килограмм 8, 9, даже 10 ящик, будет. Да? Нам ящик. Ну, раздельно. Там килограмм 10 будет, я думаю. Может, 10? А. Нет. Нет. И что, Сербера? 10 нету. Нет, ну, наверное, не знаю. Давай, свежий, мы берем. По 130 рублей, вот эти мелкие... Ему хуна в евро, хучи ему хуна в евро. Кто в прошлый раз 9 брал друг друга? А, 9 брал? Да. Да. Ну, раз, он теряет все. Да, он насыпал. Сладкие они, говоришь, да? Да. Давайте попробуем. Правда? Персик, а не помидор.